Так, голубенькая. Голубенькая, да. Это вопрос на подумать. Да, вот это любую голубенькую. Я читаю? Да. Вы завидуете своим более богатым друзьям? Нет. А вы вообще человек обеспеченный? Нет. Как вы считаете? Нет? Нет. Я очень тяжело зарабатываю деньги. Ну, как я? Все знают, на чем вы приехали. Ну и что? Наверное, обеспеченный это все же относительно. Нет, но для профессии. Я считаю, что сегодня у меня есть деньги, завтра у меня их нет, поэтому нет. Хорошо. Но вы при этом независтливый человек? Надеюсь, что нет. Понятно. Ну, бывает, хотя бы тогда скажите, вот роль. Есть такая роль, что вот вы кому-то из своих подруг завидовали, что вот ей досталась эта роль? Такое часто бывает. Так да. Вот прям я сейчас сразу и не скажу. Но когда тебе дают сценарий читать, и ты его читаешь, и он очень хорош, а потом утверждает другую артистку, ты говоришь, ну, как жалко, что это не было. Это тоже, наверное, часть зависть. Ну, потому что, конечно, мне бы хотелось сыграть. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».